Готовь сани с лета, а новогоднее убранство в ноябре. В Химках в средней школе номер 8 прошел очередной мастер-класс, на котором горожан научили создавать своими руками новогоднюю подкову. Мастер декоративно-прикладного искусства Людмила Свечникова поделилась опытом, как при помощи иголки с нитками сделать из монеток, ткани и новогодних украшений праздничную подкову. А также рассказала, как правильно вешать в доме этот символ удачи. Они вешаются как месяц. Но у нас это считается неправильным, потому что все счастье, все удача может вытечь из этой подковы. Поэтому рожками вверх. Тематические мастер-классы в Химках проходят каждый день. Выбрать интересный для себя можно в афише газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.